улица Чулымская, 78, санэпидемстанция, сами помещения, которые были в строении 1. То есть я напомню, двухэтажное здание санэпидемстанции. Одно. Нужно напоминать, все это мы знаем, все это мы помним. Я хотела сумму вам назвать, сколько стоит, какой объем. Кому сейчас это напомнить нужно? Общая сумма продаж, если все продастся, СЭС плюс арбуза 86, составит 17 762 тысячи. Илон, вопрос. 86 это которая вообще гостиница, да? Да, гостиница. Ну, вот, у нас СЭС и гостиница, что вокруг этого писать? Ну, цифры же эти были же уже? Да. Или это вот сейчас у меня уже подсветка была? А до этого мы же уже рассматривали предыдущие? Нет, не рассматривали. Потому что мы дали согласие на учреждение. Нет, в каком-то плане было без цифр, да? А сейчас уже сделали оценку. Предварительная была, а сейчас уже окончательная, да? Вот смотрите, объект 337 квадратов, Чулымское, строение 1, то есть в двухэтажном здании, где у нас продан один объект. Он стоит 3 748 000 рублей. Соответственно, это самое крупное помещение. Гаражи, соответственно, стоят, конечно, меньше. То есть вот там по каждому объекту рассчитана стоимость, независимо от помещения. А Зеленый базар сколько получился? Зеленый базар получился 7 536 000 рублей. Намного больше, чем планировали. Так вот, чем думали, мечтали. Но еще продать нужно.